Оленевод Семенович, возвращайся к своим оленям и оставь наш город родной. Пусть же будущим поколениям не останется ни одной скользкой плитки, ломающей ноги, что сковало почти всю планету. Все же люди, не осьминоги, запасных конечностей нету. Можно двигаться лишь ползком по определенным квадратам. Мы же этой идеей влеком, как унизить нашего брата, чтобы ползали мы на коленях в этом, а не в его задаче, и в мозгах его скудных, оленьях, вся Москва — его личная дача. Вновь ломаем, наверное, строим все, что хочет левая пятка. Сколько можно ходить строем? Сколько можно терпеть, ребятки? И когда этот психопат будет в зоне кормить в шее? Предлагаю длинных лопат ночь за место длинных ковшей. Вот бы плитку мы отковыряли, и, разбив об оленьи рога, гнев свой выплеснули в реале, не валяя в сети дурака. Ведь ни лайки, ни перепосты не отменят московские пробки, а на улице выйти просто, бросив каменные коробки. Можно в ливень надеть плащевки, но они не спасут от скольжения. Принялся теперь за хрущевки, мэр Могильщик. Вот все достижения, все, чем может Семенович гордиться. Под ногами скользкая слизь, тоже барин, важная птица. Слышь, Собянин, не жди, застрели.